Всем здорово, с вами Бэшик. Да, название у видео сумбурное, но какое есть, такое есть. Сам придумал. Тут у нас получилось много рейдов, как вы любите, а также просто хорошее интересное приключение. Не без смешных моментов, конечно. И все это ради чего? Ради двушечки на чаечку, конечно же. Конечно же, только ради нее. На самом деле нет, и поэтому просто поехали смотреть. Я по скале подниматься собираюсь. О, слышь, я какой-то туалет нашел без дверей. И труп лежит. Слышь? Вижак. Я вижу впереди будку. Вот, мне кажется, ее рейдят. Ты, главное, не шуми. Я ползу. Он там. Вышел. Двое. Одного уронил? Я последний. Да все, второй умер. Я короче, наспрейл вправо и... Что? Хлопа, быстро. Уйди, я не вижу его. Я мертвый. Кусты наливай. Я голый. Я тебя приму в таком углублении, потому что я реально не пойму, откуда стрелять. Я его тупо не вижу. Там еще сзади два бомжа вдалеке бегут. Да тех-то я вижу. Я себя взял пушку, короче, и патронов немножко. Да откуда он стреляет? Его там нет, алло, я стреляю в вышке. А это турель, ё, просто ты. Это турель стреляет с Томика, я не могу понять, что это за бред. Господи, я просто вот сочели, я понял, это турель. Извиняюсь. Ой, а меня убил тип именно, понял? А, тип? Не знаю, где тип был. Ой, стой, её выключить можно, алло, я выключил её. Так, подожди, я типа слутаю. О, вот еще две сочели. Так, давай украдем. Так, тут патронов просто. Ребята, вы зачем так много зарядили? Да, забрал, пойдем. Там несколько стаков просто. Пойдем до кибиточки. Скинь меня на их крышу. На крышу меня скинь. Там, короче, гантрап где-то под воротами стоит. Там типа ловуха. Все, нормас. А вон типы валяются, откисают там. Я спускаюсь у него вот так уже в доме, тихо. Тут на гаражка закрыта, подожди. Лезу к тебе. Я тебя не прикрою, я пошел взлетать и тебя заберу снизу. Подожди. Смотри, он там был на входе прям. Тут дерева просто много. Огонь, залезу, возможно, теоретически, да. А, так это он байтил нас к себе домой. Лестница вниз. А, тут МС чепуха, короче, дядя. А, он нам еще и дверь открыл, понимаю. Что тут у нас? Ну как бы. А вон валяется, как я его там убил в прошлый раз. О, подожди, тут болтовка, батареи. Две сишки, две турели, чел. Тут хорошо. Я пошел первый, кидаю, смотри, кинул. Отошел. Слышь, вот это плохо. Иди на крышу чекай. Ну, у пацана минус дома, если что. Кидаю на него сачель. Шкафа больше нет. Еще 11 батареек, алло. А до шкафа мы не достанем, надо дверь взорвать, слышь? Мыся, подожди-ка. Ну, вообще мы через спальник достанем. Да подсади меня. Просади меня, продави меня, в общем. Да. Давай, мы так делали с Вейбером. Работало. Вот в таких... Да. А две батарейки в шкафу. Короче, лутайте. Так, еще один из батареек в ящичке, зажигательная ракета. Ну мы окупились в любом случае с этого дома. Три тысячи МВК. Может, значит, карьера дребли. Причем карьеру где-то реально полторашку принес. Он байтит, это байт. Слышь, ты петух. Ну все, пойдем. Дальше как бы Санек. Впереди чел, костюм. Конкретнее? Эска. Понял. А что у нас тут? Где его прибил-то?
А, отвисает. А, ну компоненты. О, патроны как раз прибыли. Спас. Еще одного вижу там же. Еще один вижу, да. То там вижу. Да. Упал, ну, по идее, да? Да? Я голову дал, да, лежит. Я два раза. Второй, второй. Чел. Хорошо, что у меня тут маска. Он принять его успел? Да, лишь бы хил. Ой, чел, здесь, ну, здесь еще фул всякого добра. Ой, ладно, пойдем до зимы, потом кто-то отлетит. Ага, вижу, один бежит в мою сторону, короче. Там еще в горах дом на 80 есть какой-то. Слышь, что дом из МВК, дядь, надо типа внутри быстрее убить, он прыгает прямо сейчас, вот прямо сейчас. Он лег, не добивай. Вот в этом моменте могла быть реклама, но ее не будет. Я лишь скажу, что IP-сервер, где я играю, можно найти в описании под видео. О, чил. Я домой. Подожди. Я домой. Кидай туда на удачку ему. Я просто домой. Запомни этот дом, я домой. Улетел, просто там челик бежит, смотри, сюда за тебя. Чел, просто, давайте просто зачитаю, ты просто. 4 стака по фульных металла. Просто. Взрывки сколько взять? Да не, мы тут ничего не взорвем, забей. Иди забери компоненты побыстрой. У него два калаша и болтовка была. Топ армор, ветряк. А в шкафу что? Да, ну сейчас я покажу внутри, когда будем в доме. Вот справа лежит все. Угу. В правом нижнем. Движение, спина. Бежим вперед. Челик за камнем сейчас, там вот где я сидел. Короче, 5000 металла, 3000 серы, 400 пороха, 1500 ткани, 15000 камня, 2 калаша, 80 МВК и болтовка. Ну и тут по мелочи всякий шлак. Нормас так лута. Две двери. Это такой бункер мощный, а всего лишь две двери. Зачем? Вообще зачем он двери ставил? Я за костюмчиком пошел. За правым. Сейчас подожмешь его, прям на тебя выходит, Андрюх. Уронил его. Постреляй хотя бы просто. Бахита дал ему. Ну четко, надо его рашить идти. Ух ты ж, чел, меня сейчас ранило. Твоя? Он еще одну кидает. Еще кидает. Две, я ему в обратку ковыряю. Почти убил, голова пролетела. Слева. Одного убил. Хилюсь. Костюмщика убил. Убил. В сторону, братишка. Еще сзади. Одного убил. Да, я этих петухов собираю. Собирай. Одного собрал, второго собрал. Не, забрал. Слышь, он себя походу слутал. Одного уронил, он почему-то лоу хпшный. Второй там в кустах. Нахитовал. Подожди, еще одного солдатина. Чел, тут много. У него струя в тебя летит, чел, у него вообще беда. Да не, он косой, забей. На, я не знаю, если бы не было топ армора, обычный армор был, я бы насосал точно. Я, по-моему, нашел дом как раз вообще шикарный, вот даже рейдить не надо. Тупо на соломе стоит. Мне не показалось же, не? Мне же реально не показалось. Не, ну ребят, ну сколько можно? Сколько можно? Еще и кудлох не залучил, брата. Да здравствуйте. О, мне тут как раз нужно, спасибо за ресы. Люблю такие дома, где вы такие беретесь? А, фух, я просто. О, здорово, 600 серых. Ничего себе ты богатый, брат. Не, ну как вы так строите? Господи, е-мое, что с вами творится? Ладно, давай я за тебя замок залокаю. А ключ в тебя положу. Я как бы добрый, но ягоды я тебя упер вместе с деревом. Нормас типа с пешкой спящего нашел. О, чел, нифига себе, 18 очками. Нехило так вот тут домик подгнил. Ну все, пожалуй, хватит. Летая на коптере в поисках очередной цели, мы наткнулись на два небольших домика. Один был поменьше, другой чуточку побольше. И вот в этом побольше ребята отбивались очень серьезно. Они старались и отбивались до последнего. Они близко, далеко, ты мне информацию. Далеко, метров 150 от тебя, видишь? Это недалеко, стреляй, они уже сюда подбегают. 46 дал одному.
Да, за тем же камнем так сидит. 33 дал дальнему. Я понял, я бэхаю. Давай, я пошел обратно. Металл, серы немножко. Не работают? Надо идти брать сачель на шкаф и на дверь. Голова? Чел, ну ты понимаешь, что логику? Я с Томика попадаю лучшим с, борда... с болтовки. Хилюсь. Убил его. У меня лоу хп. Живи. В нем лут может быть. Угу. Я вниз прыгнул. Нет. Он встал. Он умер. Живешь? Да-да, я его убил. Еще один встал. Чел, он попадает? Я, короче, ловлю подачу, я спрячусь, подожди немножко. Давай, давай. Что там у нас было? Ящики. Смотри, лут. Трубы. А, это тип с ником, этот парень. Я с одной печки забрал серу. Слышь, я прыгаю вниз. Металла, что-то совсем немного. Шкаф бахаю. Давай. Как он заколебал меня, он стреляет точнее, чем я не понимаю этой логики в этой игре. Взорвал шкаф. В шкафу две батарейки, 40, там, короче, много камня. Чекай. Компонент туда собери. Ну, я тебя вроде смотрю с дома. А, он там уже застраивать, походу, начал, слышь? Надо им шкаф, короче, поставить. О, он вышел. Забрал Томик. Они откуда-то еще бегают. Он заколебал хлопать двери. Я понял. Тут оружия никакого нет. Ну, есть хотя одно. Знаешь, как он меня убивает? Убил первый раз. Вот знаешь как? Не знаешь. Просто вышел из двери, на секунду появился, я уже лежу. Он тебя на крыше мог не слутать. Он не слутал. Подбежишь, слутаешь себя быстренько, не? Это снаружи. Ага, вижу его. Шкаф поставил, иди авторизуйся. Застраивай. С одним магазином на SMG. Я понимаю, это тактика игры, конечно. Короче, у нас вот здесь внизу как будто кто-то был. Но это не точно! Дорывают разрывами. Да, эту пещеру рейдят, походу. А нет, стой, стой, вон они в доме рейдят. Дом с МВК, видишь дом? Они уже в нем прям стоят, оба. Да-да-да, вижу. Вышел один. Один упал, убил, второй убил. Там. Второй наливай во второго, наливай на второго. Я уже подбежал. Он слева, 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 слева. Чел, сюда быстренько давай, пластиком. Я второго лутаю. Подожди, у меня бинт включился на бег. Все бинты на втором канале. Подсказка справа. Так, подожди. Я все. Оружия много всякого. Он идет. Вась, он близко. А, ясно. Все собрали полезное? Наверное. После всех этих похождений мы с напарником решили зарейдить один домик, у которого он слышал через несколько стенок работающий рекуклер. И этот рейд спасла единственная турель, которая хорошо на себя оттянула время и внимание. Потому что на момент этого рейда уже были открыты любимые многими калашики. И те, кто до этого бегал с другим оружием и постоянно сливался, внезапно стали суперменами-зажиматорами. Это фундамент внизу, вот этот большой высокий. Это стенка у нас, это тоже стенка, это фундамент. Тут у него такие высоченные фундаменты, прям высоченные-высоченные. Да тут все проще, чем я думал.
А, называется, мы сэкономили. Вижу. Вижу, типа, лоха включил. Два типа на двое бегут. По-моему, бичоныш и костюм. Подпускаем ближе, там туалет работает, я думаю. Делай вид, что вообще их не видишь, как бы просто беги. Прыгает, прыгает, прыгает. Да я прыгаю. Прыгает. Пошли вы лесом со своими СМГ. Я, пожалуй, вниз. Давайте, ко мне тут. Приходите. На скалу ко мне приходите, давай, давай, дружище, ты почти у цели, давай, о, молодец, прям вообще, давай, давай, прыгай меня лутать, брат, прыгай меня лутать. Еще один там же валяет. Нормалды. Это братишка наш пришел, слышишь? Какие-то мощные пацаны, слышишь, были там, Виталия, в общем, что-то много символов, в общем, ага, СМГ, нормалек, забайтился. Он, возможно, внутрь запрыгнул. Говорит, наверху можно... Справа, я умер. Да, там прям вообще-то забей, там прям монстр килл, я даже не успел, понимаешь, там супер, супер машина, короче. Там кибитку пахнет. Да. Андрей, прикрытие нужно, спина. Я иду. Их тут много. Я не справлюсь. Я разрывы сейчас кину. Убил одного. Голова, 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 голова. Ну, извини, конечно. Там супер контрстрайкер какой-то. Я так не могу стрелять. Отбегает. Еще 18 дал. Я не знаю, с кайфом нет, надо ломать. Так, подожди. Ух ты вот ж. Это, да. Подожди, а что тут есть поломать-то? Второй ящик. Компоненты челкаласа. Корпуса калашей ломаю дальше. Давай, наверное, халабуду нашу укрепь сейчас. Чем? Я ее укрепил по фулу. Могу в МВК догрейдить. Чел, тихо, я твой труп нашел. Слутал его. Давай, рудируй. Торгоматы раскрыл, тут его гора калашей. Л-ка, кстати, есть, слышь? А чё толку, если я с калаша стреляю дальше, если не прицеливаюсь? А? Ну да. Ну это понятно. Вон там, забирай торгомат. Калаши. А вот и шкаф, слышь. А, я понял тебя. Там он прыгает у нас по скале сверху, я понял. 30 тысяч серы. Ну там, теперь сиди там, я не знаю. 7 тысяч бензина. О, а тут еще сишки, тут еще сачели, пачка, чел. Так, на тебе. Сачели, значит, 7, 10, 10, 2 сишки, экспа, 8 разрывов, 2 бобовки. Ну ты понял, там лакшери, лук. Ну мы точно окупились. Я взрывку забираю отсюда все. Ох, ладно, давай пока попробую раскидаться. Мы труп подняли тут неплохо. Корпусов 20 на калаш есть, 20 я переработаю. Рейд оказался на PvP не очень хорошим, зато оказался очень окупным по всяким компонентам, оружию и тому подобным. Мы забили себе ящики просто подчистую, многое переработали, и все равно лута было очень много, и он был реально полезным. А после мы нашли еще один домик, поставили кибитку, турель, наставили стенок, и чаечка принялась рейдить, а я ее охранял. Иди пощупай дом через крышу тупо в колесо. А, ну так вот у него кругляшок металлический, да, и квадратики. Да, да, если да, все под ними, только что да. То есть, грубо говоря, сейчас вход, да, идет. Ты можешь одну стенку бабахнуть и попадешь в коридор к нему, теоретически. Не, если ты будешь сверху это делать, то окей, снизу нет, снизу там прикрытия не будет. То есть комбатеры набегут, все как бы. Я все. А, мой труп вообще на улицу выпал, я понял. Ну хотя бы у нас одинаково выпал. И у тебя, и у меня. У меня здесь. Посмотри на меня, пожалуйста. Я слышу его, но не вижу. Ну, ну, конечно, конечно, конечно. Конечно, с этой шляпой он меня убьет, а я ничего не сделал, ясно. Крышу чекай, пожалуйста. Залез. Убил его. Ясно. А почему он голый, можно узнать? Не знаю, может... Там еще кто-то есть, или это ты? Не-не-не, стреляй, стреляй, там, стреляй, братишка. Так, во что стрелять, там ничего нет, алло, там кто-то сзади. Я на крыше сижу вообще. Не на нашей. Там кто-то сзади стрелял.
Да, так и есть. Зашхрысил, подожди. Ух, тут их много. Не смотрю. Ой, короче, там два типа. Ясно. Это ты с 39-ки идем? Ясно. Красиво. В смысле, они только что есть. Ты понял, да? Че? А ты их грохнул? То что они тут как бы косы это? Рядом что ли живут? Ну, там шкаф надо бахать. И потом пристроюсь. Сейчас я, короче, пойду понюхаю, дядь, чекай. Вот сейчас чекай. Я шкаф буду с очелями вытаскивать, если что. Тихо. Чел, не спеши. У меня тут какие-то движения начались. Ну, я могу в данный момент просто пойти внутрь, типа, а ты там дальше разбирайся сам. Да, пока беги. Там, смотри, за домом был челик. Бежал в твою сторону, как бы. Брат. Я сдох внутри. Извинись, быстро. Там такая жесть. Я подбегаю, короче, он прыгает, он не слышит меня вообще в упор, просто с беретой. А, это ревик был, извини, чел. Я перепутал. Ясно. Вижу. Ола, слабый, не на ерунках. Я сорвал, на я горю, помолчи, тут братья разбирать. Сков, пятую точку оставьте, не стреляйте. Отстрелили пятую точку. Сейчас вернулась, пацаны, сейчас вернулась. Больно? А, страшно. Ой, как вообще кайф, просто с кайфом. Молодцы, закусились, ревик с Томиком. Калаш-то я упер. Молодцы, пацаны там, молодцы просто. Ты чё? Сюда побежал. Ух, пяточки, спасайте. Там за домом у нас типы сидят, я понял. Вижу, братика. Нормалек, братишка, лежи, откисай там. Оу. Oh man, god damn. Брат, куда Славик побежал? Славик, тут спас свежий, тебя ждет. Славик, братик. А где второй-то? Патроны кончаются, Славик, мне нужна твоя СМЖ, Славик, братишка. Не слутаешь ты моего Славика. Куда бежишь? Уронил. Ой, еще кого-то уронили. Только хила, пацаны. Ну вот лучше патронов побольше на Томик. А то стрелять тяжело становится. Свежая кровь идет, да? Славик, сорян, СМЖ моя, Славик. Мы так не договаривались. Пацаны, у меня еще же гранаты ведь есть, точно. Вы же еще не пробовали мои гранаты. Ё-моё, пацаны. А вот это уже некрасиво. А вот это уже некрасиво с болтовочкой. Походу я понесу сейчас оружечку домой. Тут еще внутри оружечка есть. Куда бежишь, братик? Куда ты бежишь, братишка? Че он спидонул? Ну, говорит, не суть, брат, я согласен погибать. Ну, пацаны в костюме, давайте разочек еще заход. Ну, че так слабо? Вижу. Я сейчас его налью. Внутрь залезь сюда. Понял тебя.
Я не знаю, ты можешь отлететь, если хочешь, домой. Понял. Немножко нестандартным путем отлетел, но в принципе по кайфу. Я тебе сейчас дерево принесу, брат. И дерево мне давай все равно. А я тебе принес вот немножко. Давай. Вот шкаф тут. Сейчас что было? О, подожги их там, слышь. Ой, подсади меня, пожалуйста. Дай-ка, подсади меня. Я закрыть не смогу. Подними меня, не подымешь. Я спальник. Они, короче, залезли из-за того, что ты там красиво буферку построил, не полублочно. Они там спокойно тусуются. Иду мстить, как бы. Понимаешь, да? Да уже один на камеру уже извинился просто. Тихо, аккуратно. Только не влазь на самый верх, пожалуйста. Я сейчас перед крышей стою тут. Это я. Пошел лесом. Согласен. Че, на гачхук потный змей, блин. Короче, по болтовка стреляет, это страшно. А где я упал, братишка? Можно я сейчас лутаю, ладно? Вон ты лежишь, иди лутай. Прям вообще чётенько. Чё, там много? Ну залезь вниз, посмотри. Чё там? Там вниз самый падает. 5000 серы, 6000 пороха, это, конечно, красиво. Костюмчики. Бэшек, можно лута подсадить? Я бомжик. Рамона. Ну окей, да, если турель не убьет. Да. Кидаю вот сюда, вон, слышу, уже бежит. Брат, там турель, брат, там турель. Она тебя убьет. Вот сюда беги, вот сюда, давай. Вот сюда. Быстрее только. Смотрите, болтовка спилить может, слышишь. Забирай вот это вот. Ты как бы выиграл сегодня у нас приз. Тебе достается оставшийся лут. Я твой ник, правда, не видел. Не знаю, ты вообще не прибегал, но лут тебе достается вот просто. Забирай и улетай домой просто, братан. Улетай домой с этим оружием. Я бы там просто всех видов пушек насыпал, короче. Понял, типа, хазматов штук 20. Упражнение закончено, как говорит дверка. Опачки, чё, серьезно? Да, серьезно. И Пашка техник здесь. Вообще мощные картинки в доме. И, конечно, нормалёк. А чё так мало, слышно? На всё было увешивать. Просто всё обвешать бы, и вообще бы с кайфом было, да?